Сегодня на трамвайной остановке я повстречал своего давнего-давнего знакомца иркутского Александра Сокольникова, иркутский поэт. Ну, он не иркутский, у нас поэт земного шара. Конечно, мне всегда приятна встреча с ним, тем более, что он вот теперь носит блокнот с моим портретом и показывает его мне же. При этом он мне рассказал, что в Иркутске гостил Нарштейн, знаменитый наш мультипликатор, и они с ним друзья. И оказывается, он показал Нарштейну этот портрет, и Нарштейн его похвалил. Ну, дальше слушайте сами, я еще расскажу про него. Так кто впереди-то? Да. Впереди Нарштейн, «Ёжик в тумане». Он на разогреве у меня. Вот так не надо. Ёжик в тумане. Премьер-министр Японии написал: «Дорогой Юрий Борисович, спасибо за достигнутые успехи и мультипликации». Хороший портрет. Дело в том, что Нарштейн придумал пластилиновую ворону. Да? Франческа жена придумала его, великая художница. А теперь Польша. Слушай, у меня есть кадры документальные. Вы все сделали без них. В 68-м году... Это параллельная работа. Я сделал мультик из пластилина. Это не плагиат. Раньше Нарштейна. Бесенин, это не плагиат. Не, это витая... Это мысль витала. Конечно. Мысль в общем. Умные люди, они одинаково мыслят. Короче, что сказал Нарштейн? Он сказал: «Дант». Да почему это Дант? Это Данте. А, в этом смысле. Даре. Вспомни, Даре. Это вот. Ну все, поперепутал. Дант, да, Даре. Да у тебя мозгов перепутал ты. Что ты Даре не знаешь, Гюстава? Нет, я знаю, только понимаешь, Нарштейн, Данте и так далее, и Даре. И вообще... Это понравилось ему. Ну еще бы не понравился, елки-палки. И вообще, почему он у меня не сфотографирован? Дай-ка я его сфотографирую. Так, еще что-нибудь для истории мне скажи. Нет. Вот сюда вот, нет, в камеру. Нет. Только ну, вот это. Ну я уже понял, 22-й год, 28-й, да. Вот я говорю в камеру, а то что, да? Да. Это хороший портрет Данте. Я понял. И он не сказал Данте. Хорошо. Легрей. Ладно. Он сказал, это хороший портрет Данте. Понятно. И прибавил. Гюставо Доре. Делать нечего. Дай-ка мне показать свой этот. Во, во, во. Вся Москва ходит. В твоих шарфиках? В ручках? Нет. Это у них мерч называется? Нет. Нет, ну в смысле вот с твоим изображением. Все. Кисть полная. Мерч, а не ручки. Кисть. Ручки. Да. Шарфы. Да, да. А похож? Похож. Ну только в молодости. Это Долина. Портрет знаю. Долина. Да я знаю. Покажи еще раз. Меня интересует вот тот, который лучше. А декор? Сделай портрет. Это вообще детский. Смотри, это Витя Зикора, наш Дулиат великий. Ну, прекрасно. Единственное, не надо. Знаю. Нет, ну, нет, нет. Сделал. Это Зикора. Да, Зикора, я наш понял. Наш первый Дулиат в России. Знаю, знаю я эту историю. Так а что тебе еще надо? Тебя надо мне на твоем фоне вот этот портрет сфотографировать. Дай-ка, подожди. Это постановочная вот. Какой постановочный, сидели за столом? Это в прошлом году мы с ним встретились в кафе, сидели, много говорили, и я его нарисовал. А он в то время издал свою книгу стихов, очередную, и подарил ее мне. Надо сказать, что его первую книгу стихов оформлял я. С тех пор мы и знакомы. Нет, точнее сказать, мы знакомы гораздо раньше. Пожалуй, как только я приехал в Иркутск 76-го года, и я еще студентом был, а он приходил к нам в общежитие, и там, в общем-то, у нас была такая богемная тусовка. Он был совсем-совсем молодой, а я был, ну, еще моложе. С тех пор мы знакомы, а потом я оформлял ему книгу, потом мы, ну, в общем, прожили жизнь в Иркутске вместе, параллельно и так далее. А вот про тот случай год назад и про историю этого портрета, конечно, мне надо рассказать отдельно. Ну, это уже другая история. Итак, позитив, позитив.
23 мая 2024 года. Прогулки художника по городу Иркутск продолжаются. Постскриптум. Вношу уточнение. Оказывается, пластилиновую ворону я перепутал. Первым снял не Нарштейн, а в 1981 году татарский режиссер «Пластилиновая ворона». Но действительно, мне кинокамеру подарили 8-миллиметровую в 16 лет. Это значит, был 69-й год. И первое, что я тогда снял собственный мультик, и персонажей делал тоже из пластилина. Это был 69-й год. То есть я опередил пластилинового нашего новатора на 20 лет. Хотя я потом посмотрел, погуглил и увидел, что первый пластилиновый фильм был снят в 1908 году в США. Но так или иначе, история интересная. Всего доброго.